На телеканале «Волгоград-1» продолжается День всех влюбленных, который только у нас эксклюзивно называется 14 февраля Валентина. Итальянцы считают своим долгом дарить любимым в День Святого Валентина сладости. Этот день так и называется в Италии «сладкий». Так что влюбленные итальянцы заваливают своих любимых в этот день шоколадом, конфетами и сладкими кондитерскими изделиями. Теперь вы знаете, что итальянцы называют День Святого Валентина сладким. Дарите друг другу шоколад и особенно любовь, потому что любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она у тебя остается. Это придумал не я, это придумал Лев Толстой.